Аукцион Куина. Ира где-то здесь. Тут все под охраной. Скоро кто-нибудь узнает, что я сделал в автосалоне. Найти Ирака, отсканировать жетоны и смыться. Ха, ничего сложного. Но что-то меня терзают смутные сомнения. Мистер Криспин, сдайте оружие. Ну, раз так положено. Осторожнее. Мистер Куин сказал, вы посмотрите товар. Я хочу знать, за что плачу. Я просил, чтобы мою покупку доставили сюда. Где мне найти Поппи? Мистер Куин уже в курсе. Все хорошо. Она здесь. Вот правило мистера Куина. Оплата через надежный аккаунт или наличными. Хотите посмотреть девушек до начала аукциона? Заплатите вперед. Высший сорт будет позже. Не хотелось бы снижать цену. Да, все понял. Давайте-ка без глупостей. Чем-то помочь? Пусть в этом году охрану обеспечивает Ирак и его люди. Вайс-Ройс. Так что, торговать наркотой в Уордсу у них получалось неплохо. Я пообещал Ираку, что он получит еще больше. И он согласился. За безопасность будут отвечать его люди. Если выгорит, смогу вывести из этого дела своих. Чем меньше связей с аукционом, тем лучше. В будущем году, может, и сам не пойду. Мне это всегда казалось ужасной безвкусицей. Мужская похоть. Этой слабости я никогда не поддавался. Thank you.
Это мистер Криспи. Куин уже ждет его. Вам будут представлены различные лоты, но кое-что в частном порядке. У всех есть индивидуальный номер. Это удобно. Давай! Мистер Куин ждет. Куин с Ираком наверху. Сообщение от босса. Гости забредают туда. Убит человек Куина. Да, так все чисто. Что-то неладно. Всех, кто входит, перепроверяю. По два раза. Или даже по три. Как ни крути, пропали ваши люди. Это риск, тут охрана не спасет. Надо все отменять. Риск? Это показывать свою слабость. Спокойно. Делайте, что нужно, и не дурите. Моим парням стрёмно. Ваши люди – расходный материал. Главное – бизнес. Найдите тех, кто убил моих людей. Это все. Мистер Крисман. Прошу прощения. Конечно. Наш гость прибыл. Мистер Куин, боюсь, мне пора. Как вам спектакль? Вы про то, что я застал тут? А, мой партнер, мистер Рак. Верный боец. Но еще молод. Что вы видите там внизу? Я вижу демонстрацию силы. Мистер Рак видит аукцион, видит награду. Мой опыт научил меня не быть ведомым. И не отступать. Не узнаю акцент, мистер Криспин. Я многому научился, чтобы стать тем, кто я есть. И удача тут ни при чем. Мистер Криспин, тебе не верят. Знаю, идем. Давай. Ближе. Тату. Под кожей установлен маячок. Эффективный бизнес превыше всего. Зашифрую сигнал. Уже? Да. Я подслушала разговор о Криспине. Они что-то заподозрили. Быстро уходи. Через подвал. А ты? Нет, я не брошу подруг. Ладно. Я вернусь. Ясно? Гигантский товар. Думаю, цены поднимутся. Надеюсь.
Полиция не любит торговлю. А дела все хуже. Надо валить. Рискованно. Если что... Мне-то плевать, откуда к нам приходят товары. Но клиентура... У них своеобразные вкусы. Они столько лет жаловались. Не зевать, брат. Может, сзади? Слушай, Ираку нужно найти Криспина. Он не должен уйти отсюда. Увидите, вяжите. Рты не разевать, ясно? Каждый первый норовит убить. Пора обновить пушки. Трупак валяется, что ли? Наш убит! Да черт! Да что здесь творится? Он еще там! Найди его! Тут нет. Проверю там. Объясни меня, вылезай по-хорошему. Да ладно, он же слабак. Thank you.
связался! Грязи, Валерка, выходи! Сопливый. Туда побежал. Будь настороже, брат. Ни хрена не вижу. Проверю там. Не спи! Больно! Больно! Ни хера тут нет. Это что сейчас было? Здесь пойду дальше. Здесь пусто. Пойду дальше. Осторожно! Ни черта здесь не вижу. Пойду посмотрю там. Не зевай. Ни хрена тут нет. Проверю там. Я задолбался искать, блин, нет его нигде. Так, парни, не зевать. Найди его, по-любому. Не зевать! Пойду там, гляну. Не зевать там! Осторожно, брат! Не зевать, все серьезно! Без него не возвращайтесь!
завалить! Пойду дальше. Я с оптикой, как только смогу, пристрелю его. Черт, он нас обошел! Если кто-то избежит ареста, я поймаю их самолично.
Надо бы прогнать этих ребят через профайлер. Тогда я, наконец, смогу прикрыть эту лавочку. Раз и навсегда. Все в порядке. С ним так бывает. Когда он грустит, он любит поезда. Не волнуйтесь, я знаю, где он. Позвоните мне обязательно. Если не найдете его, звоните в полицию. Все будет хорошо. Правда. Джек в своем репертуаре не сидит на месте. Весь в дядю. Отправился искать маму. Но куда? Вот он. Держись, парень. Я тебя найду.
теперь люди узнают об этом подонке. Но это еще не все. Осталось выйти на главаря. Разобраться, а не убивать. А что мне было делать? Ты молчал. Начался кипиш. Мое дело защищать тебя. Если ты не оставил улик, все хорошо. Затаись. Не делай глупостей.
Потом плыв туда, и без постройки до берет. Главное, через рот недавние события, за ним долг, место престижное. Пусть подождет с налогами, это хорошее вложение. Переселять никого не придется. Этот район практически заброшен. Так, жду отсчета. Данке. Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Груз прибыл из Европы, но неизвестно, как он попал в страну. Скорее всего, это часть масштабной схемы. Детали не ясны.
так рада приветствовать вас. Очень приятно и интересно поужинать с кем-то из высшего российского общества. Я ничего не знаю о России, мне так стыдно. Правда, в наш город можно влюбиться? Вы бывали в Чикаго? Надолго вы здесь? Боже, да я вас заговорила. Простите за эту паузу. Закажите пока напитки, мистер Ченков. Я скоро приду. У нас лучший шеф-повар. Он даже на телевидении бывал. Взгляните на меню.
простите,